В эти выходные вся Рублевка пела и плясала. Один из самых популярных ресторанов Москвы, Чайхана номер один, отметил свой 15-й день рождения. Юбилей любимого ресторана узбекской кухни отпраздновали с традиционным размахом. Местом проведения праздника был выбран флагманский ресторан на Рублевке. В этот вечер все гости наслаждались кулинарными изысками шеф-поваров ресторана. Мы решили устроить вечеринку для друзей, пригласить красивых девушек, артистов, которые нравятся, и зажечь. Что делают на днях рождения еще? Ведущими дня рождения стали VJ телеканала РУ-ТВ Нелли Ермолаева и Иван Чуйков. А музыкальными хедлайнерами вечера стали певица Юлия Чичерина и популярный рэпер Баста.